земля от света повернет во тьму. Совсем она займет пару минут. Вы понимаете, появился еще один клон. Вот он. Фотография моя, имя отчество мои. Так нет. Самое страшное, что сейчас будут считать, что я уже в политику влез. Смотрите. Смотрите внимательно. Сейчас, секунду, реклама пройдет. А, нет, не сюда попал, извините. Значит, не сюда попал. Сейчас. Вот это самое. Как жалко. А, вот сюда надо было нажимать, вот сюда. Эй, открывайся. Ага. Вы представляете, вот это клон номер два. Первый клон, я гордился им. Он назвал себя Железом, мою фотографию присвоил. И царствовал на страницах сайта «Представительное хозяйство». Они знали, что это поддельный Железов. Но не мешали, им нужны были скандалы. Вот. Вот. Но тогда я гордился. У Наполеона есть эти свои Наполеоны. У этого самого Петра Великого есть. У самого у Гитлера есть. Вон они сидят, психушка. И теперь Железов есть тоже. То есть это признание меня. Вот. И вдруг появляется вот такое. Удаленное интервью Дудя, 19 просмотров. Вот видите, короче говоря, теперь мне кто-то пришлет политику. Я к этому отношения не имею, да? Вот нахрена было вот эту вот провокацию делать? Я сейчас, друзья, как от этого избавиться? Подсказывайте, среди вас есть хорошие компьютерщики. Вот. Мне этого не хватало. Мало с властью проблем. Я и так пру на все это. На Академию наук выставляю их дураками сонными этими. Мухами с восьми ногами. Вот. На Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования. Вот. На среднее образование, на школу, на все это. Ну вот. Мне вот только этого не хватало. Представляете? Кто-то под меня косит. Что делать? Подсказывайте. Ну все, я сегодня высказался. Если бы не вот эта самая подлость, которую устроили эти девчата. Вот. Вот это вот. Да, ну не ладно, не буду возвращаться. Ну, как заставить их посмотреть? Связал бы, пришел, связал их. Вот так сделал им руки, вот так наушники. Вот, привязал кресло. Потом включил вот эту передачу, вот эту. И сказал, если Влад отвернете, оставим без этого. Посадим на воду и на это. На воду и на хлеб. Чтобы вы это увидели. И отказались от этой дури. Ничего не знают, ничего не понимают. Абсолютно. Как калечиться, не знают. Дальнобойщик, это самое. Олег Олегович. Потом увидите осенью его сад. А эти институты, где ничего нет, никто закрывать не собирается. Жалко этих ученых. Конечно, за такую зарплату кто бы стал работать. Все, мое время истекло. Сейчас мы делаем 5-минутный перерыв. Я ухожу на кухню. Вот, а вы можете задавать вопросы. Сейчас я открою вот этот вебинар.